وقال بعض دينيه ان المذنب لم يسلم اعطاها بها ولم يسلم بها بها. Это, кстати, бедуин. Бедуин пришел с деревни, с села, к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и увидел то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, одел красивую накидку. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, впервые в жизни видел, он сказал: «О, посланник Аллаха, дай мне эту накидку, мне она нравится». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, даже не думал, снял я там, не зная этого человека. النبي صلى الله عليه وسلم ما احتقره بل عظم من شأنه وأجله وجعله يؤذن المسلم. الصحابة ذيك الصحابة سيبوي كتب النوم المكتوب رب محمد صلى الله عليه وسلم سيدايه وسيدايه 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 انظر كيف احترام النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين واحترامه لغير المسلمين. Смотрите, братья и сестры, как пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم проявлял благой нрав по отношению к мусульманам и к немусульманам. ننتقل إلى رحمته عليه الصلاة والسلام وهديه التامة للبهائم. Давайте посмотрим пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم отношение к животным какое. فرضى امرأة قد حبست ثوبها وما أعطتها تأكل ولا تركتها. وقال له سلم إنها فهمت. يعني تلك المرأة لأنها عذبت تلك المرأة. الجنة التي تجلب زبريتي كتبت بوجهه ني كرميلا ني بايدا رب محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا فأدو потому что она так плохо относится к животным. Не было дома. И пророк Мухаммад
Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спросил, где твой муж? На что он сказал, посланник Аллаха, у нас произошел спор, он на меня обиделся и ушел, покидал дом. И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям пошел искать его. Ему было, Али радиаллаху анху, было 20 лет примерно, был молодым, а это великий посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям пошел его искать, застал его в мечети, он лежал, и под ним была земля. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям участвовал с ним. Поэтому вставай, я говорю, папа, вставай, отец, отец этой земли, бабушка этой земли, так шутки с ним, шутил саллаллаху алейхи ва саллям, встань, встань. Так он рано сидел в сердце людей. Теперь давайте посмотрим, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям относился к детям. Наша религия ислам распространилась по всему миру из-за такого
великого человека, за его отношения, за его великих качеств нравственности, за его скромности, послание Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. يجب نحن أن نسأل الناس من المسلمين الصغار والكبار والنساء وكل أحد أولا لأن الله يعلم المسلمين، ثانيا لأن سلم كان يفعلها، ثالثا نكسب أدب اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، رابعا لكي نحسن صورة الإسلام عند الآخرين، لأن الإسلام عظيم جميل فما علينا إلا أن نؤثره بأحسن صورة وأحسن دعوة للناس للإسلام. أنت الذي تمثل الإسلام بتعامل طيب. Поэтому, уважаемые братья и сестры, из того, что мы услышим, мы тоже должны стараться быть похожи на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Во-первых, вот это благое, которое исходило от посланника Аллаха, так из нас тоже должно исходить. Во-первых, потому что Аллах Субхана ва Тааля любит общине, любит всех людей, которые творят благие какой-то пророк. Второе, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был таким. Третье, то, что мы должны стараться быть похожи на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И берем за это награду, за то, что мы стараемся быть похожи на пророка. Четвертое, то, что каждый из нас представляет собой ислам. Люди смотрят как на нас, смотрят на нас как на ислам и думают о нас, какие мусульмане. Поэтому, алхамдулиллях, мы должны стараться похожи на нашего любимого посланника. Аллах саллаллаху алейхи ва саллям будет лучше прежде, как сказал шейх, это не на словах, а своим делом, когда ты показываешь. اسم سورة هذا اسم فقط عن عمانات لكن اسم الحقيقي هذا الإسلام. وكل من وصلت اسم أصحاب رشان أحمد كذا هذا اسم который имена которого вы знаете. Но даже у каждого из вас самое главное имя мусульманин. فإذا كنت مسلم باسم الإسلام حاضر على هذا الإسلام. Ты мусульманин, твое главное имя – ислам, береги пока ты. Ты представляешь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И ты призываешь тем, чем призвал послание Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, своими поступками, на которые вы слушаете. Я прошел на Аллаху, потому что у нас вместе с Аллахом великих. Пусть дуа сделает за нас. Пускай дуа сделает. Дуа делайте, дуа. Я хотел сделать дуа, ты меня Аминь.